Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим галогеновую лампу от компании Philips, серия Racing Vision, на цоколь H4, ближний и дальний в одной лампе, как мы все знаем. Артикул данного комплекта 123-42RVB1. По сравнению со стандартной лампой, данная светит на 150% ярче и дальше. Вот такой вот фирменной упаковке поставляется. Мощность лампы у нас идет 60-55 Вт, подключается на 12 Вольт. Сейчас давайте мы откроем лампу и посмотрим ее. Ну и также, конечно, подключим. Посмотрим, как она будет светить. Вот так вот выглядит лампа, довольно-таки интересная расцветка колбы. Колбу трогать руками голыми нельзя, для того, чтобы лампа прослужила весь срок службы. Но заявленный срок службы в данной лампе около 350 часов. Так, подключаем питание 12 вольт к лампе и смотрим, как она светит. Световой поток должен быть ярким, ну, в принципе, даже сейчас это видно. Цвет чисто белый лампы, дальний, ближний. Вот так вот все переключается, без проблем все работает. Ну, на дороге, я думаю, более чем достаточно такого освещения будет. Дополнительные характеристики и стоимость по данной лампе вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.